На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру Козылина Карина, 11 лет, город Екатеринбург, школа 102, 4 класс. Федор Глинка, весна. Уже душистые ели, и пахнет в воздухе весной. Уже луга зазеленели, и мох кудрится над скалой. Разделись синие заливы, и лодки ходят по реке. Уже заколосились нивы, и слышно стадо вдалеке. А воздух полон тишиной, и как им сладостно дышать, так сердце с жизнью незаметно дыхает небо благодать.